Анна Сергеева рассказывает, после переезда в новый жилой комплекс столкнулась с проблемой отсутствия пешеходных дорожек в микрорайоне. Был достаточно проблемный выход из жилого комплекса. Мы, по сути, были отрезаны от города. И вот второй участок на углу 11-го дома, зеленых аллей. Здесь, к сожалению, тротуар полностью отсутствовал. Люди входили народными тропами. С этим вопросом жительница обратилась в администрацию муниципалитета. Разобраться в ситуации приехал глава Ленинского городского округа. Алексей Спасский посмотрел все проблемные участки и выслушал пожелания. Было принято решение обустроить спуск у 11-го дома в зеленых аллеях к пешеходному переходу, ведущему к центральному парку города Видное. В этом году, как временные меры, да, обустроить лестничный спуск, обустроить специальный пандус для колясок, для инвалидных колясок, для мам с колясками, и подвести это к парку. Те машины, которые запаркованы, которые мешают проходу, они будут переставлены в другое место, вот, и установлены такие делинаторы, ограничители, чтобы в будущем машины не парковались на этих местах для спокойного прохода. Работы начнутся уже 1 июля. В течение месяца в микрорайоне пройдет целый комплекс мероприятий по благоустройству территории. Возле нашего жилого комплекса там тоже почистили тротуар, убрали строительные плиты. Мы теперь не выходим на дорогу, мы теперь будем ходить по тротуару. Это в этом году. И в следующем году Алексей Петрович сказал, что найдут возможность сделать тротуар по нашей стороне, чтобы мы могли спокойно, беспрепятственно выходить в город. На следующий год мы взяли в проработку обустройство тротуара непосредственно с другой стороны. Сейчас мы проводим, как смету мы уже посчитали, да, проводим такие предпроектные работы. Стоит отметить, что совсем недавно сделан удобный тротуар в центральный парк и жилого комплекса «Зеленые аллеи». Пешеходная зона заметно сокращает путь в город Видное. В дальнейшем на этом участке будут проведены работы по обустройству входа. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.